Привет, мои хорошие, с вами Селена Суи. Сегодня хотела рассказать вам о своих последних покупочках, которыми я очень-очень довольна. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, что же я себе купила? Наконец-таки, девочки, я купила себе. Надеюсь, слышно меня из-за этого. Я купила себе. Что написано, читайте. Блогер. Случайно зашла и увидела вот эту шапочку. Ну, я купила сразу с капюшончиком. Ой, не с капюшончиком, а с этим. Ну, с этой штукой. Очень удобная. Я не знаю, слышно меня или нет, надеюсь, слышно. Короче, такая клевая штука. Вот, я очень довольна, потому что я эту шапочку давно искала уже и нашла только голубую. Было их две штуки, и вот я ее купила одну. Безумно довольна. Также я купила себе вот такие два чехольчика. Один, короче, купила силиконовый, а потом иду, у меня, кажется, два телефона теперь силиконовых. И когда они в сумке лежат, вот силикон и айфон в силиконе. Очень удобно, потому что он вообще, видите, ну не увеличивается. И он защищен, действительно защищен. А теперь, когда я лезу в сумку и не вижу вот так вот, да, я не знаю, какой телефон я беру. То я знала, что iPhone он без чехла, а этот с чехлом сам в сумке. Я доставала то, что мне нужно. Теперь они оба в чехлах, и какой, блин, доставать, непонятно. В общем, нашла вот такой еще на iPhone. Смотрите, какая девочка прикольненькая. Он тоже силиконовый, но у него вот эта штука шершавая. И я так на ощупь, когда руку закидываю туда, я на ощупь ощущаю, какой телефон где. Но силикончик я оставлю. Я хочу сделать, на самом деле, может быть, логотип свой вот здесь сзади или еще что-нибудь нарисовать на интересненько. Ну и чтобы, естественно, тактильно было, чувствовалось, что это iPhone у меня. Также я зашла в свой любимый белорусский магазин, купила шампунь, как я вам говорила, что я уже буду им пользоваться. Этот у меня восстанавливающий, после того, что мне сделали с волосами, да, обесцветивали. Угу. Пусть будет обесцветили, мне нравится это слово. Значит, после того, как обесцветивали мне волосы, мы будем их восстанавливать вот этой вот профессиональной серией из белорусской косметики. Она бессульфатная и без силикона, без красителей, без лауретсульфата. Вот. Очень мягкая и хорошо пенится. Мне нравится. И также у них я решила купить, но раз я блондинка, теперь я могу оттеняться разными цветами. Я купила вот такие вот бальзамчики у них. Вот это у нас будет жемчужно. Жемчужно какой? 16 тон. Жемчужно-розовый, а этот платиновый. Вот. И, короче, посмотрим, что будет. Вообще, я брала у них такой, но он был коричневый и реально делал такой оттенок хороший, красивый, благородный. Но он у меня еще остался, так что я буду им тоже экспериментировать. Короче, теперь хочу оттеняться как-нибудь интересно. Ну, также я купила это неинтересно, это ватки. Короче, у меня просто пакет здесь. Ваточки. Ваточки всегда покупаю вот такие вот, потому что они прошитые и очень удобные по кругу. А то этого взяла случайно, не прошитые. Так неудобно было. О, мой зай, засыпаю. Купила вот такой, короче, рюкзак себе, Michael Kors, очень удобный, очень классный, у него, значит, вот здесь вот змеечки, вот здесь вот змеечка, ну, то есть кармашек, кармашки я имею в виду, не змеечки, господи, вот здесь вот кармашек, вот здесь два. Единственное, знаете, что мне не нравится вот в этом рюкзаке, что здесь только вот одна змейка гуляет, видите, здесь и здесь. Хотелось бы, чтобы гуляло две змейки. А так он очень вместительный, очень крутой и очень удобный на спине. Я много до этого перепробовала рюкзаков, короче, этот самый клевый оказался. Ну и, соответственно, мне как мамочке туда можно все положить. Я уже пробовала, чтобы не брать с собой сумку, я туда положила все, и поместились и пеленки, и памперсы, и все, что переодеть. Месяца можно использовать. Кстати, а вот кошки во дворе, я тоже говорила о кошках во дворе. Есть такое средство, антигодин называется. Ну, у него такой, короче, запах там жуткий. Но я думаю, что уксусом. Вот мы уксусом пробовали до этого, кошки поубегали все. Вот, и антигодин тоже поубегали. Но они придут обратно потом, как только выветрится этот. Поэтому надо периодически это все менять. В общем, что, начала о покупках, да, закончила не пойми чем. Так, и совет. И совет для красавицы, значит, кто красится у нас, хорошо выглядит. В общем, я недавно разбавила тушь. На самом деле, раньше разбавляла, но, в общем, разбавила тушь водичкой. И я не знаю, кто разбавляет тушь водичкой, я не рекомендую разбавлять, потому что у меня тушь
Ну, она не испортилась, она уже, в принципе, там, наверное, может быть, закончилась, подсохла. Но она, короче, перестала закручивать реснички так, как она закручивала. И наноситься так, как она наносится. И, во-вторых, она сохнет намного дольше. Вот я ее, допустим, накрасила, и пока я там прошлась, поморгала, у меня вся тушь моя вот так вот вокруг. Ну, и, соответственно, как бы мой совет не разводить водой. Ну, и, соответственно, у вас я спрашиваю, чем вы разводите вашу тушь, вот, если она у вас засохла. Потому что тушь, на самом деле, там, мне кажется, ее очень много еще, да. И я не знаю, что делать, потому что раньше всегда я покупала, а сейчас думаю, блин, совсем чуть-чуть попользовалась тушью, и не хочется ее выкидывать, она мне очень нравилась. Вот что вы делаете со своей тушью, чем вы разбавляете тушь, чтобы она служила, открываете запаску там или нет, в общем, и дайте мне обратный совет, пожалуйста, кто что делает, чтобы реабилитировать свою тушь. Ну, а с вами была я, Селена Свей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!